В Ярославль, возможно, приедет Моника Беллуччи. Известную актрису в нашу область пригласил сенатор Анатолий Лисицын. В Сербии член Совета Федерации побывал на съемках нового фильма Эмира Кустурицы «Млечный путь», в котором и снимается голливудская дива. Во время ужина Анатолий Лисицын подарил Монике Беллуччи книгу о Ярославле и пригласил на спектакль в Первый русский театр.